Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня на телеканале «Мир Бурятия» утренняя зарядка. И проведу ее сегодня я, преподаватель йоги Алдар Рамзаев. И моя коллега Александра. Сегодня мы возьмем маленький разминочный комплекс для спины. Для этого необходимо встать на край ковра ровно и две руки ровно по швам. Внутренняя сторона локтевого сустава смотрит на туловище, а внешняя ровно по сторонам, 180 градусов. Мы делаем глубокий вдох и поднимаем две руки вниз, две руки вверх со сторон. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И мы делаем легкий вдох. И опускаем вниз, выдох. Одна из ног, любая, например, левая, шаг назад. Раз. Голову подняли, вдох. И голову отпустили, выдох. Передняя нога, шаг назад. Раз. И мы просто подвели две колени на ширине таза под угол 90 градусов. Убедитесь, чтобы ваши руки избегали переразгиба в локтевом суставе. И мы изгибаем нашу спину в прогибе на вдох и возвращаем на выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Сделайте глубокий вдох и зафиксируйте позицию прогиба. Так называемая кошка добрая. Выдох и зафиксируйте. Так называемая кошка злая. И медленно верните на исходную позицию. Левую руку поставьте прямо под глаза, а правую руку откройте вверх. Раз. Вы можете уходить глубже. Но самое главное, чтобы у вас не было никакой боли в позвоночном столбе. В данном случае в грудном отделе позвоночника. Вдох и выдох. Нырните правой рукой прямо вдаль. Голова ложится на правый висок. Расслабляйте, как бы декомпенсируя скрутку, протягивая руку. Дыхание свободное. И медленно верните на исходную позицию. Поменяйте направление руки. Правая рука под глаза, левая рука вверх. Пожалуйста, обратите внимание на свои бедра. Они как были 90 градусов от пола, так они и остались. Можно попытаться уйти слегка поглубже. Вдох. И выдох. Пропустите, пронырните левой рукой. Да. Голова ложится на левый висок. Дыхание свободное и ровное. Около двух дыхательных циклов фиксации. Дыхательный цикл – это один вдох и один выдох. И медленно верните на исходную позицию. Перекрестите две ноги в лодыжках и медленно сядьте. Вдох. И скручивание через левое плечо. Выдох. Вдох через центр. Через правое плечо. Выдох. Вдох. И сзади поставили пальцами вперед. Таз оторвали. Раз. Голова смотрит в потолок. Шейный отдел позвоночника не прогибается. Вдох. И отпустите. На этом наша зарядка окончена. С вами был я, Алдар Рамзаев, учитель хатха-йоги, и моя коллега Александра. Спасибо за внимание.